Ну что, пойдем посмотрим, что за сооружение и зачем оно тут. В Сасском парке. Можно было бы пойти там, но мы еще успеем. Если будет необходимость и какой-то интерес. Пока я его не вижу. Ой, пруд. Это хорошо. А сколько тут птяшек. Пару минут тишины, послушаем переговоры уток и чаек. Как позже выяснил, этот парк был очень модный и перестроен в конце, может, во второй половине 19 века в большей мере, как модный под ландшафтный тогда стиль. Сейчас об этом вот напоминает вот именно этот прекрасный пруд. А в центре водоема установлен небольшой фонтанчик, естественно, он уже не действовал. С мальчиком на лебеде. Я даже так и не разглядел, принял его за какое-то чудовище. А по берегам растут еще до сих пор сохраняющие листву плакучие ивы, придавая этому уголку, как видите, еще большее очарование.
Ну что ж. Хорошее место. Десятки раз тут проходил и ни разу сюда не заглянул. Ну что ж, трудно. Такова вот наша реальность. Многогранная. Матрица постоянно нам открывает новые свои файлы. Достаточно только их активировать. Вот мы и активировали следующий файл в Сасском парке. А вот и сам Сасский парк. Но сегодня мы туда не пойдем. Файл этот уже закреплен и существует на канале. А вот эта часть файла Сасский парк сейчас открывается полностью. Шутка, конечно. Не понимаете это всерьез. Отдыхающие утки. Холодно им. Что тут за зверь? Как всегда, какой-то гад или дракончик. Мы люди любим изображать драконов и гадов. Как тут не вспомнить Дэвида Айка с рептилоидной матрицей нашей действительности. Шутка, опять же. Возможно. Вот такая вот осенняя перспектива. Сегодня 3 декабря